конечно, это большая человеческая трагедия. Моя жена почти оказалась на том самолете, который они сбили. Потому что она должна была лететь на конференцию по СПИДу в Малайзию, в куала -Нумпуре. Но она просто из-за нашего сына, который из-за того, что я тут был, кому-то надо было о нее заботиться, решила в последний момент не лететь. Но много ее коллег полетело. Очень достойные люди, хорошие люди, просто ну мамы семьи, их дети, и много других детей было, и то, что их сбили, это огромная человеческая трагедия. И давайте про это не будем говорить. Это действительно, это не просто какая-то статистическая единица. 297 погибших, это реально конкретная судьба людей, очень достойная.